Приветствую всех любителей винограда, также своих подписчиков. Меня зовут Юрий Стражев и канал Виноград Лич. Друзья, в этом ролике я вам хочу показать, как я сделал для себя трубогиб. Роликовый трубогиб. Получается, что я задумал сделать тепличку небольшую, 9 на 12, и крыша у меня будет арочная. И мне нужно, друзья, прокатать трубы. Трубы получается, что 11-метровые. У меня тут у друзей есть трубогибы, они у них вертикальные, и 11 метров заложить и прокатать вверх — это просто нереально. Поэтому я задумал сделать горизонтальный трубогиб, который можно уже трубы катать, ну, длиной какой угодно, лишь бы было достаточно поля и, так сказать, и людей, чтобы это можно было все держать. Вот тут нехитрое устройство получается. У меня стоит столб, это основание. К столбу там приварена плита, и к этой плите еще вот такие толстостенные трубы. Две трубы приварены наглухо, а одна между ими труба, она скользящая. Она двигает вот это средний ролик. Ролики здесь везде стоят два подшипника. Друзья, я уже не помню, какой номер. Ну, такие подшипники серьезные. Получается, ролики сделаны у меня под трубу 40, можно 40 на 40 максимальная труба, то есть 40 на 20, 20 на 20. Вот эти ролики сделаны под эти трубы. Можно, конечно, ролики переточить, и получится, что можно даже под круглую трубу сделать. Это не проблема. Как это все работает? Я думаю, тут ничего сложного нету. Получается, между роликами залаживается труба. Между роликами винтом она регулируется, винт крутится, подвигает среднюю трубу, на которой есть ролик с ручкой, и мы это дело крутим. Два человека держат трубу и прокручиваем от начала до конца и выгибаем радиус, который нам необходимо. Вот, друзья, я уже подготовил такие трубы на свою тепличку, 11 метров. Они уже в размер. Сделано был уже шаблон, вот такой изгиб, 11-метровый радиус выгнутый. И сейчас нужно будет это все дело согнуть. Необходимо всего лишь три человека еще. Двоих держит трубу по краям, а третий человек крутит вот этот ролик средний. И прокатываем трубу таким образом. Ничего сложного нету. Трубогиб мне очень понравился. Очень легко им катать. Так что сейчас, друзья, прокатаем это дело. Сейчас, друзья, я покажу, как очень легко и быстро выгнуть трубу на вот таком трубогибе. Трубу я гнул 20 на 20, стенка 2. Это у меня будет на крышу, которая идет. Вот заложили между роликами. Тут у меня уже все отрегулировано. И два этапа будем крутить в одну сторону и в другую сторону. Сейчас я дожимаю еще полоборотов и в другую сторону. Вот, друзья, готово. Прошло буквально минута, как труба уже моя изогнута и будет приварена на крышу моей теплицы. Все, что я хотел рассказать в этом ролике. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки.
кто живет в Гродненской области, поближе, могу предоставить услуги по гибке трубы. Всем пока!